Открываю террариум, а Перри откапывает что-то интересное. Я взял кисть с жестким ворсом и убрал песок с породы. Затем я извлек камень и начал очищать кисточкой. Спустя час работы я обнаружил маленькую голову тираннозавра. Вот до такого состояния мне удалось очистить его. Я вставил стержень, взял подставку и установил экспонат. Кимми одобрил новые декорации.